Ну, во-первых, у меня был такой же трехколесный велосипедик, только советский. Вы знаете, о чем идет речь, если вы не новодел, родившийся в 2005 году. Вы знаете об этом. Так. Вот улица. А, это Жуковская, вон туда Чапыгина. Вот. Ну вот они подумали, что это не я не их снимаю. А я именно их и снимал. Вот такие, на такие хитрости идет блогер. Вот оттуда мы только что пришли. А туда мы сейчас пойдем. По короткой дороге до метро. Когда я здесь ходил, в метро Советский бульвар еще не открыли. Про это все отдельно. Потому что обычно удобная транспортная доступность открывают именно тогда, когда я перестаю тут ходить. Вот именно где-либо. То есть как раз именно ровно в тот день. Есть даже фотка на старый-старый телефон кнопочный. Здесь была совершенно другая дорожка, менее обугороженная. Сейчас я даже плохо помню, что тут было. Но, по-моему, как-то по-другому было. Что-то тут снесли. И теперь перейдем к тому, что мне не нравится. Конечно, мне не нравятся эти сносы. Это все, конечно, власть денег. А власть денег, я не знаю, по сути, что она хорошего сделала. Вот Красный дом у меня в Вишкар-Оле, я его обожаю, да. Его построил друг моего папы Мартьянов с башнями. Я вам все это покажу, возможно, уже послезавтра. Но на месте его, на его буду, ребятушки, дом 19-го, если не 18 века, наверное, 19-го, деревянный, который просто сожгли. Обычная схема. Схема, кстати, 19 века предпринимателей. Сжечь, потом заводить землей. Ну, в общем, там был пожар, и потом возник этот дом. Ну вот, не знаю, как это понимать. Значит, против сносов это понятно. И мне еще не нравятся, конечно, шлагбаумы. Я считаю, что загораживать все шлагбаумами, это... Не знаю, есть ли это в Европе. Я думаю, это неправильно. Опять я трясу камерой. Ну вот, по крайней мере, вам... Я медленно пройду, вот вы смотрите, видите? И, ну, тишины нету. Тишины нету. Вроде тихо, да? Но тишины нету. Это не тишина. А вот, кстати, окна старые. Прекрасные. С той самой окраской. Но никакого перемещения во времени сейчас не произойдет. Ну, в общем, да, я против шлагбаумов. Вот, везде шлагбаумы. Везде. Они, кстати, уже порываются и в Марино, где 17-этажки, там, где я живу, шлагбаумы понаставить. Но они их понаставят, если дай волю, так хоть на МКАДе. Меня поражает то, с каким рвением люди создают сами себе неудобства. С каким рвением, значит, те, кто... управляет, портит жизнь вот своим подчиненным, просто гражданам. Они сами, видимо, перестают уже ходить по улице. Или, ну, или они как вот на той машине, которая едет по лужам. Они в машине не чувствуют, когда наезжают на лужу, что они всех обрызгали. Ну и не только это. Вообще, о, какое круглое окно. Сейчас мы его возьмем на шоц.